Историческая машина скорой помощи украсит выставку, посвященную 110-летию службы экстренной помощи Ярославской области. Автомобиль прошел за годы службы почти 500 000 километров. Транспортное средство 2002 года выпуска раньше служило в медицине катастроф, а после пылилось без дела. Сейчас над машиной потрудилась бригада мастеров-ремонтников, и за пару недель автомобиль встал на ход. В нем заменили двигатели и прочие запчасти, причем поставили именно родные. Их искали в интернете и автомагазинах, а также поработали над кузовом. Своим ходом карета скорой помощи приедет на выставку в Музей истории города, где предстанет перед посетителями. Таких автомобилей на службе станции скорой медицинской помощи Ярославской области нет, но каждый культурный человек должен знать свою историю, поэтому решили восстановить этот автомобиль, чтобы показать его жителям нашего города, чтобы наши потомки знали, на чем работали их родители. В планах руководства службы скорой помощи после выставки оставить отреставрированную машину в качестве экспоната на территории предприятия, либо использовать в своих целях, но уже не на вызовах. В «Волгу» попросту не влезет все современное оборудование, которым укомплектованы нынешние медицинские автомобили.